Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники! Я вас рада приветствовать на своем садовом участке. Сейчас очень горячая пора. Мы прополкой занимаемся, боремся с различными вредителями. И сегодня я вам расскажу, как избавиться от муравьев. Потому что я считаю, что муравьи – это злейшие разносчики тли на вашем и на моем садовом участке. А буду я избавляться не при помощи химии, а при помощи вот этого растения, которое называется ревень. Делаю я это очень просто. Я беру его, измельчаю на такие вот кусочки, измельчаю стебель, листья, а потом я эти кусочки и листья вношу там, где большое скопление муравьев. Вот сегодня вы можете попробовать и завтра прийти и посмотреть. Муравьи должны покинуть свое лежбище. Может быть, они уйдут куда-то в другое место. Но это, я вам хочу сказать, 100% способ борьбы с муравьями. Я вам очень советую использовать его на своем садовом участке. Всего хорошего, мои дорогие. Ждите моих новых сообщений. Пока! Thank you.